Сегодня в Киеве состоялся интересный speech contest, соревнование спикеров, выступающих на русском, украинском и английском языке. Вот Тимур Бережной, один из выступавших и победитель. А Тимур, где же ваша звезда победителя? Звезда? Там. Мы ее немножко отставили. Мы ее не взяли. Сейчас. Мы ее не взяли. Мы сейчас... Ссылку? Да. Тимур, уже все разошлись, поэтому наше интервью такое открытое, спонтанное. Но все равно хочется спросить Тимура. Я думаю, что счастливо, потому что событие это очень приятное. И участие, тем более и награды. Toastmasters. Тимур, что такое для вас Toastmasters Ukraine? Toastmasters это, можно сказать, родной дом. Потому что ровно 10 лет назад я пришел в мой клуб, Toastcrackers, мой первый клуб. И у меня не было друзей, у меня не было какого-то вот места, где можно общаться с людьми. Я нашел очень интересных людей. Я нашел прекрасное сообщество, которое помогает человеку развиваться, которое действительно приносит настоящую радость. И недавно я даже обнаружил, что для меня достижение в Toastmasters намного важнее, чем достижение в других сферах жизни. А Toastmaster, тем более, что он у нас есть и на украинском, и на русском, и на английском языке. Да. Я хожу в два клуба, своя рубашка и Chamber. Оба клуба очень хорошие. Я всем рекомендую ходить в Toastmasters. И если у вас есть цель, не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйте себя, улучшайтесь и идите к своей цели. И Тимур сегодня вот победитель как раз в русской и украинской части выступления. А вот еще уже выступали в английской не один раз. Насколько это здорово выступать с английским спичем? Это очень своеобразно выступать на родном языке, на английском. И то очень приятно. Немножко, конечно, оно по-другому. Потому что, может быть, на родном языке можно больше сказать каких-то вещей, которые английскими словами просто не выразишь. Хотя бывает и наоборот. Но, тем не менее, то, что выступил на родном языке и... выиграл первое место, это очень почетно. Я хочу поблагодарить мой клуб «Своя рубашка», от которого я принимал участие в этом конкурсе. Это прекрасный клуб, который очень много мне дал. Вот, и я очень доволен. Сегодня я счастлив. Спасибо, Тимур. Желаю вам успехов и еще много друзей, и хороших, интересных выступлений, и даже таких наград в Toastmasters в следующем году и в позаследующем. Спасибо. Удачи.